Ну что, ребятки, кто был в Таиланде, вспоминаем этот шикарный звучок. Как тут хорошо, холодно. Возле нас небольшой 7-Eleven. Сейчас возьмем что-нибудь выпить, попить энергетических напитков. Ну, а ценник не меняется, ребят. За 7 лет, не за 7, за 9 лет, как я сюда езжу, 10 бат, все, ничего не меняется. В принципе, мы тут уже в Таиланде примерно 3 часа. Обратите внимание, пытаюсь светлее сделать лицо, а не получается, потому что солнце бьет четко мне в затылок. А на заднем плане, по-моему, кондоминиум. А может даже отель. Там обратите внимание, на заднем плане, на верхних этажах пальмы растут. Красота, море, вода. Здесь более-менее красота, ляпота, жара. Сейчас пойду искупаюсь. На заднем плане местечко красивое. Можно будет пофотографироваться. Лицо бесполезно светлее сделать. Солнце бьет прямо в лоб. Всем привет из Паттайи. Как поет один человек: Паттайя, Паттайя, ты любовь моя. Вот она, смотровая Паттайе. Сейчас пойдем еще выше. Как вы видите, внизу очень много катеров, кораблей. Здесь же у нас отходят паромы на Колан, на другие острова. Ну и вот она, Паттайя, у наших ног. Небоскребы. Братья-китайцы. Очень много их здесь. Все здесь. Красота неписанная. Жара. Самый пик, наверное, часа 4 дня. Градусов под 45. Класс! Но жар костей не ломит. Ничего не болит. Позвоночник не болит. Колени не болят. Класс! Есть вот тут на смотровой такой мужчина, дяденька, генерал Чунпон, основатель морского флота Таиланда. Ему здесь очень сильно поклоняется, его очень сильно уважают, как вы видите. И воздают ему знаки. И причем китайцы и тайцы. Очень известная личность здесь в Таиланде. Лет 10 здесь этого ничего не было, от этих домов. Но вот этот долгострой заморозили, и по всей видимости его уже не достроят, потому что он уже тут стоит много лет. Вот такие вот здесь дерзкие петухи, типа прикидываются попугаями. Их здесь много, они наглые. Они везде вон, они везде вон. Гасятся, орут, кидаются на людей. Но эти вообще, говорю, это, эти вообще попугаями прикинулись. Борзые, дерзкие петушары. Петушары! А, на вторую смотровую поднялись. Я, честно сказать, уже третий раз в Паттайе. И первый раз на этой смотровой. Тут, в принципе, интересно. Какой-то лебедь, какая-то змея, дракон. Вот такая вот женщина, куда попросили разуться и подняться босиком. Собакин вот водичку пьет. Молочко, видать, разлилось. Он, видать, сюда ходит пить. Ну, здесь интересно. Красиво. Ни разу здесь не был. Своеобразно здесь. Лебедь. Дракон смотрящий
на море. Такое ощущение, что это здесь корейцы и не только. Честно скажу, первый раз здесь. Все тут, видать, какая-то история. Много интересных статуэток. Это, видать, какие-то войны. Захват какой-то крепости. Здесь у нас непонятные чудовища. Ох, какой кактусяра козырный. А еще за козел-дракон непонятный. Здесь тоже. Как будто это не тайцы, а корейцы. Может, это как заселение корейцами или китайцами, наверное. Наверное, китайцами все-таки. Заселение Таиланда в свое время. Здесь вот они дают свое почтение. Ну, а дальше. Здесь какая-то печь интересная. Скорее всего, там что-то они сжигают. Ну, здесь же, конечно, кто-то проживает. И пошли какие-то истории, рассказы. И явно это не тайские. Вот такой вот интересный бассейн. Хозяйство, куры. Ну а на заднем плане там у нас Паттайя. Вот такая интересная смотровая. Почему-то она идет как смотровая, но здесь как дань уважения переселенцам. Наверное, кореец. Ну, скорее всего, китайцам. Китайцам, наверное, скорее всего, такие вот они. Олени, слонепотаж, вот какая это, вот это, и-го-го, это, ой, вот ассоциируется, а если слон с поднятым хоботом, значит, это к счастью, если хобот опущен, это горе печали. Вот единственное место, где нет вообще ничего по-русски, я впервые такое вижу, потому что в основном везде все по-русски. О, Собакин. Собакин, ты зачем сюда бутыль притащил? И вот такой еще забавный. Ну, не с ошейниками. О, ну это, конечно, самая вкуснятина. Добыча воды. Добыча. Добывай, добывай. Собакин, добывай. Кусня, Лёва, как тебя зовут? Как твоя морда? Фамилия? Говори, не хочешь. Пить хочешь? Ну, это сам добывай. Просто какой-то мудрец. Ну, я не могу понять, то ли наверное, китайские все-таки мотивы. А может и корейские. Мне сложно ответить. Кто в курсе, напишите в комментариях. Кто здесь был, кто знает эту историю. Там Паттайя у нас. Это интересный кондоминиум. Но это явно не гостиница. Там, скорее всего, просто люди живут. Вот Биг Будда на второй смотровой Паттайи. Здесь есть такое поверье, куда бы ты ни встал, Будда будет смотреть на тебя. Я не знаю, по глазам смотрит он на вас, нет, или на меня, на спину смотрит. О, солнце прям. О, большой, большой Будда. Лежачий Будда. А здесь, кстати, поверье, пупок
монетку кидать. Хотите покидать? Я не хочу. А это немного странно. Ему присаживаться нельзя. Но он слишком худой. Тоже смотровая интересная. Красиво здесь. Красиво. Вот здесь на Бигмуте, на Большом, есть вот такие вот колокола. Если пройти по ним, постучать каждый колокол палочкой, то у вас будет все хорошо и замечательно. Попробуем.